Довольны победой? Конечно, довольны. Закономерная победа, мы заслужили, играли в свою игру. Как тебе сегодняшний соперник? Хуже нас, что сказать. Мы выиграли, мы сильно не получили такого, как получали предыдущий матч. Напряжение, то... нормально сыграли. Вы буквально недавно были на турнире во Владикавказе. Буквально 3 дня у вас была передышка, удалось отдохнуть? Да, удалось отдохнуть, но условия проживания не очень, к сожалению. Поэтому тяжело все равно. В Нальчике в городе погуляли? Погуляли, конечно. Город понравился, город хороший, красивый. А какие задачи ставит руководство перед своей командой? Только выход. Задача есть выхода, премьер-группы? Конечно. Только выход. Большое спасибо, вам удачи.